катаюсь по ночному городу, тестю кардан. Так, все, огонь, мне нравится. Примерно километров 30 я проехал в общей сложности уже. Разгонялся примерно до 80-100 км в час. Спидометр не работает, поэтому на глаз. Но все ништяк, ничего не вибрирует, не гудит, не стучит. По-моему, все огнище, вообще мне нравится. Сейчас, короче, будем думать, над чем дальше работать. Ну, а так вообще норм. Тачка бака ходит по скользкому. Но сильно мешает то, что редуктор задний свободный. Одно колесо, сука, буксует. Короче, надо его срочно заваривать, чтобы нормально наваливать бочком. Так, все нормально, я карданом доволен. А выхлоп, конечно, жесть. И все гремит, потому что багажник там, по сути, в салоне у нас. Бензобак все так же в салоне. Все, блин, в салоне. Кстати, эти 4 ВД-стойки какие-то очень жесткие. Жопа на них прям скачет, как мяч. Передачи достаточно короткие какие-то. Первый вообще очень короткий. О, бочком зашел. Вот. Вот что я хотел от машины. Чтобы ее, сука, боком ставила в повороте. Огонь. Ладно, все, поехал я в гараж. Ладно, дальше у нас работы будут такие. Надо, короче, усиливать крепление этой тяги панара задней. Вот я снял свои. Колхоз, который у меня был, вот так вот его выгнуло. Ладно, короче, посвятила меня шальная идея. Вот так вот в багажнике все это выглядит. Вырезать часть пола, где запаска, и сделать свой поперечную свою, типа как родная, для родной тяги панара, которая, как мы знаем, находится перед мостом у балки, а у нас она должна быть сзади, поэтому нам не в чем сделать вот такой вот упор поперечный. Короче, родная балка, вот здесь вот тут лонжероны, раз, два, так, между ними вот здесь вот такая поперечина вварена, и к ней сделан упор родной тяги панара, на ней же бензобак висит и вся эта шляпа. Короче, я думаю сделать вот здесь еще одну поперечину свою между лонжеронами. Вот с такого вот швеллера. Не знаю, мне кажется, достаточно жирный он. Даже, наверное, можно будет не вырезать всю запаску, а вырезать только вот такое место, где должен быть этот швеллер. А это ямка, ванночка пусть останется, может сюда что-нибудь ложить. Еще второй кусок такой взял. Какой-то холоднокатанный. Из него мы будем делать непосредственно колено к этой тяге вот так. Сначала что-то психанул и купил, короче, вот такой кусок. Ну это вообще жесть, пацаны. Но потом я подумал, что, блядь, он походу 5 раз толще и тяжелее, чем сам лонжерон от синуса. Там лонжерон это тоже как с фольги из какой-то. Все, сейчас, короче, буду выпиливать. Будет нормальный, хороший поперечный упор. Надежный, как моя семья, блядь. Бензобак пока убрал временно, потому что я тут буду пилить. Болгарка и бензин рядом плохо сочетаются, как мне кажется. В общем, спустя какое-то время произошел у нас такой тут небольшой Владивосток. Короче, вот такую дырку я выпилил. Не стал всю нишу запаски выпиливать, потому что пусть будет. И вот так вот подогнал этот швеллер.
В будущем планирую здесь сделать такой вот пол. И тут будет такая типа ниша. Не под запаску, но хотя бы под инструменты. Короче, подогнал я этот швеллер. Вот так вот его вырезал. Покрасил его. Очистил от ржи. Конструкцию подсобрал дальше. Вот тут будет крепление. От этого упора. Это я чуть позже покажу. И, короче, этот швеллер я уже сюда вварил. С горем пополам. Наконец-то я достал свой сварочный аппарат, инвертор. О чем многие меня просили. И я резко вспомнил, почему я не хотел вообще этой хуйней заниматься. А вот почему, да? Видно почему. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Короче, сварщик из меня балерина. Ну, под конец начало получаться получше. Ну, я потренировался как мог. Я сделал все, что мог. Ну, так вроде явных прям дыр нет. Держится вроде крепко. Короче, присрал. Выглядит все это ужасно, честно говоря. Ну, ладно, немножко тут облагородим. И чуть позже покрасим еще краской, чтобы не ржавело. Такой у меня инверторчик для всяких нужд, который может работать на малом токе. Можно там чуть ли не 20 ампер поставить. Варил такими электродами двойкой. На малом токе. Я понимаю, что нужны толще электроды и толще и больше ток, но металл в лонжеронах настолько тонкий, что буквально одно неловкое движение, и вы отец. Он, по-моему, он меньше миллиметра там, блин, или миллиметр. Короче, он вообще прожигается просто моментально. И никакой сложности, конечно, нет сваривать толстые железяки. Но вот этот тонкий, это просто пипец какой-то. Приходится ставить малый ток, из-за этого электрод постоянно прилипает, задолбал. Короче, дрочишь, дрочишь его. И в итоге что-нибудь да надрочишь. Ладно. Такой у меня шлем, хамелеон. Без него делать сварки новичку просто нечего. А вообще, очень хорошая штука. Владимир Путин рассказал, что снизу все это выглядит примерно вот так. С таким вот уголком. Швеллер ложится к лонжерону. Вот тут присрано. Здесь присрано. Но это, конечно, выглядит ужасно. Эту конструкцию я пока оставил так на месте. Немножко ее вот сюда добавил. Миллиметра 4. Сдвиг туда и усиление. И выправил. После того, что она была погнута после прошлого года. Пусть пока будет так. Короче, тут кишка вот так лежит. Здесь присрано вообще жестко. Это, короче, ужас. Ну, вроде держится. Шлак я, конечно, тут все отбил. Посмотрим. Ладно. Пусть это будет хотя бы одна приваренная деталь, короче, блядь, своими руками в машине. Пиздец. Слов нет. Ладно, сейчас покажу, как эта конструкция выглядит дальше в сборе. Так держится вроде крепенько. Можно за нее машину буксировать теперь. Все. Собрал всю конструкцию вместе. Короче, вот так выглядит этот кастомный сапог. Здесь вот так вот. Пока соединение на болтах. Чуть позже, когда я все проверю, я его приварю по-нормальному. И тоже покрашу. Короче, эту балку я вот так вот надрезал. И подогнал, чтобы она внутрь туда села. Здесь пока вот так вот все соединяется таким бутербродищем. Немножко с натягом встает. Но это пока пробный вариант, как я уже сказал. Пробуем, если все будет нормально работать. Покрасим и доведем уже до ума. Так пока выглядит все достаточно жестко.
Ну и сюда вот прицепляется эта тяга. Сразу мост сместился обратно. В принципе, сейчас стало равномерно. Вот так вот чисто смотрите по этим углам. А, нет, не по этим, надо как-то по-другому. Сейчас, короче, снаружи покажу. Немножко он получился чуть-чуть туда смещен. Я сделал специально, потому что скоро я буду тачку все равно чуть занижать. И мне все равно тягу надо будет немножко туда выдвигать. Ну, либо делать ее регулируемо. Тогда все проблемы решатся сами с собой. Вот так это. С багажника все это выглядит вот так. Болтяра такой. Два болта. Надо чем-то будет дырку прикрыть. Для начала. Короче, теперь вот это колесо немножко сюда торчит. Раньше было наоборот туда. Ну, так вот примерно вровень с аркой. А это наоборот чуть-чуть в арку ушло. Возможно, при наваливании само соединение еще немножко туда сыграет чуть-чуть. Короче, посмотрим. Немножко кривовато, потому что переднее колесо спустил. Такие пироги. Короче, все. Сейчас ставлю бензобак обратно туда, пока в салон. И поедем. Потестируем на лед. Пока он еще не растаял. Все, погнали.